мне, собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили долю. Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Сейчас я продемонстрирую начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода лабрадор, возраст 6 месяцев, кличка Майя. На первом этапе заведите такой подсумочек с лакомством. И обязательно на первом этапе все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Так, рядом. Так. Рядом. Хорошо. Гуляй. По команде «Гуляй» собака должна гулять. В это время можно поиграть с щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды «Ко мне». Команда «Ко мне» — это сложная индивидуальная команда. На первом этапе отрабатывайте в неудобных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе эту команду подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде «Ко мне» собака должна подбежать и сесть напротив вас. Правильно, мама? Гуляй. Ко мне. По команде «Ко мне» собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, маме. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при началах движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке и отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать по этапу. Правильно, мама? Хорошо. Рядом? Хорошо. Красавица. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо, сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Время, выдержку, расстояние со временем будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние 7 часов до кормления. Желательно на первом этапе в дневных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе эту команду подкрепляем. Подходим и хвалим собачку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, маме. Рядом. Рядом. Хорошо. То есть по команде рядом при остановке собака должна сесть с левой стороны. Что требуется от хозяина? Сильно не прессингуем щенка. Возраст щенка 6 месяцев. Собака заспеет 2-3 годам. Повторять и закреплять команды. Не реже 2 раз в неделю в утренние черные часы до кормления. И обязательно на первом этапе без посторонних раздражений. И все будет хорошо. Правильно, Мави? Мави очень красавица. Девочка у нас приехала. Очень красиво. Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Лежать. Хорошо лежать. По команде лежать собака должна лежать. Время, выдержку, расстояние также со временем будем увеличивать. Существует 3 вида поощрения. Первая — дача лакомства, оглаживание, команда хорошо. На первом этапе применяем 3 вида поощрения. Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, мальчик. Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Красавица моя. Хорошо, рядом. Вся в работе. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, да. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, место.
Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собака может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. После того, как провели дрессировку, дадим щенку разгрузку. Для собаки самая любимая команда это какая, Мави? Команда гуляй. Правильно? Хорошо. Гуляй. По команде гуляй собака должна гулять. В это время можно поиграть с щенком, заодно подготовиться к очередной проводке команды. Гуляй. Гуляй. Это у нас 10-й день занятий. Будем дрессировка. Моя красавица. То есть, прежде чем приступать к занятиям дрессировки с собакой, нужно установить контакт, чтобы все было в настроении животного с вами работать. Правильно, Мария? Красавица. Гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. То есть это мы продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода лабрадор, возраст 6 месяцев, кличка Мави. Свою работу окончил. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, Контакты, ТикТок, Ютуб, Инстаграм, Кинолог, Слайд. Будем рады помочь вам в дрессировке. Всем удачи, всего доброго. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. После того, как провели дрессировку, дадим щенку разгрузку. Можно поиграть с щенком. Я отрабатываю в свободной форме команду ко мне с лакомством. Чтобы установить более-менее четкий контакт между хозяином и собакой. Дрессировщиком. Хорошо. Гуляй. Даже и котик он работает. Гуляй, моя. Ко мне. Хорошо, ко мне. Гуляй. Ко мне. То есть вот так мы устанавливаем контакт между дрессировщиком и хозяином с раздражителем котиком. И котик выполняет ко мне. Хорошо, ко мне. Гуляй. Ко мне. Хорошо, ко мне. Хорошо. Ну, хватит, да, Мария? Хватит. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Хватит на сегодня. Поработали и хватит. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Следите за поводочком. За поводочком. Поводочек должен находиться в провисшем состоянии. Не более, не менее 50 сантиметров. Для чего? Для того, чтобы можно было подсказывать, подруливать собачкой. На поворотах, на остановках и координировать движение. Хорошо. Рядом. Хорошо. То есть в свободном положении поводок. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо.
рядом. Хорошо. Ну, на сегодня хватит. Всем удачи, всего доброго. Да, Марк? Хватит на сегодня. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Сидеть. Это мы отрабатываем вход во двор. Калитка называется. Такое упражнение. Обязательно перед входом во двор, перед калиткой собаку усаживайте на некоторое время. Чтобы собака не прыгала и не дергалась. Хорошо сидите. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом, рядом, сидеть. Хорошо. Рядом, хорошо.